Всем привет! Сегодня готовлю капусту провансаль быстрого приготовления. Готовится просто и быстро. А получается капуста хрустящая, с чесночком, сочная, пикантная и очень-очень вкусная. Капусту нашинкуем тонкой соломкой. Складываем в глубокую миску. Добавляем сахар, соль. Руками немного помнем капусту, чтобы она дала сок и стала мягче. Только не сильно, а так слегка. Морковь натрем на терке для корейской моркови. Перец нарежем соломкой и добавим к капусте. Все хорошенько перемешаем. Добавляем измельченный зубчик чеснока, 9% уксус, воду, растительное масло. Все хорошенько перемешиваем. На капусту ставим груз и оставляем минимум на 3 часа, а лучше на 5-6 часов в прохладное место. По желанию в капусту можно не добавлять морковь, но болгарский перец нужно добавлять обязательно. Готовую капусту перекладываем в банки. Хранить такую капусту можно в холодильнике и в прохладном месте более 2 недель. Мне кажется, чем она дольше стоит, тем вкуснее она становится. Надеюсь, мой рецепт капусты вам понравился. С нетерпением буду ждать ваши комментарии, отзывы и лайки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. Желаю вам приятного аппетита и, конечно же, желаю вам отличного настроения.